Вам неоднократно направлялись уведомления об отключении. Последнее уведомление за 21 день. Больше года не платил за газ, не передавал показания по счетчику. И вот сотрудники аварийно-диспетчерского участка Мособлгаза у ворот дома. Приехали на плановое отключение абонента. Абонент оказался сегодня дома, запустил нас на свою территорию. Мы отключили, составили документы, поставили пломбу и заглушку. Проинформировали абонента о порядке подключения последующего. Это уже оплата задолженности за газ, заключение договора на техническое обслуживание. Отключить подачу газа могут из-за отсутствия договора на техническое обслуживание и задолженности. Газ появится в доме только после выполнения этих требований. В случае игнорирования последствия могут быть серьезнее. Отрежут подачу голубого топлива уже за территорией участка. Восстановление – процесс небыстрый и финансово затратный. Эмилия Аркелян, Ферит Харидинов, телекомпания «Одинцова».